Всем здравствуйте! Решила я сегодня приготовить запеканку. Кабачки, картошка и морковка. Залила сыром, перемешала его со сметаной. Думаю, на обед будет нам на второе блюдо. Будет у нас суп гороховый и кабачковая. Кабачковая запеканка с картошкой и с морковкой. Приятного аппетита! Всем привет! Всем доброе утро! Смотрите, какая запеканочка с раннего утра. Лен блестит на солнышке. На солнышке. Вкуснятина. Еще у нас запекается курица. Так что все хорошо. Сейчас будем завтракать. И снова надо идти в аптеку. Вот такие дела веселые у нас. Всем привет, всем добрый день. Ходил сегодня к маме. Таня передала, что ты там готовила. Обед, первый, второй, третий, четвертый. Второе, третье. Четвертое. Запеканку. Первое и второе, да. По дороге купил судака. Еще второй лежит такой же. Видите, судачок. Судачок. На этот раз Таня будет готовить сама. Саше не доверяю. Хватит, говорит, уже окуня один раз приготовил. Теперь, говорит, буду я готовить. Запеку. Вот две такие рыбки затянули на 9,90 где-то так. Ну, это килограмм где-то, да? Килограмм, да. Ну, чуть больше, килограмм получился. Вот такая рыбка. Ну что, девчонки, почистила рыбу. Да ну ее в баню, эту рыбу надо чистить в магазине. Саша попросил, говорит, почистите мне. А говорит, у нас один повар, некогда ей. Все, если берем судака, чистим в магазине. Чистится очень плохо. Там пишут кипяток, кипятком ошпарить. Я один раз ошпарила, сварила всю рыбу. Все, этот фокус у меня больше уже не проходит. Ладно, вместе с Сашей мы почистили. Я ее замариновала специями, посолила, сбрызнула лимончиком. Внутрь два лавровых листочка запихала. И на пару часиков в холодильник. Пусть она промаринуется. Потом смажем ее обильно сметаной и в духовку. Минут на 20, ну, на 30. Вот и весь секрет судака. Рыбка у меня замариновалась. Я ее сейчас вот поместила в лодочку из фольги. Налила немножко на фольгу подсолнечного масла. И обильно смазала сметаной. Все. Отправляем в духовку. Что у нас получится, я не знаю. А получится вкуснятина. Так? Все. Встретимся позже. Саша достал рыбу, говорит, все, готово. Не надо до золотистой корочки, чтобы она сгорела. Вилочки попробовали, она мягонькая. Пахнет вкусно специями. Сейчас будем ужинать. Рыба и картошка. Так что готовьте судак, только чистить его не очень хорошо. Там такая, как это называется, Саша? Чешуя. Чешуя такая мелкая и такая, ну, тверденькая. В общем, как окунь. О, думаю, с чем сравнить. Как окунь чистится, так и судак. Ну, может, кто знает, какой способ быстро почистить, подскажите. Все. Приятного просмотра, приятного аппетита нам. Всем привет. Добрый вечер. Сегодня решил совместить приятное, вернее, полезное с приятным. Взял планшет, взял камеру, сижу вот на улице, скачал все файлы, потому что занимает то же время. Ну и начал фильм монтировать. Идет соседка наша, хорошая, знакомая, Лариса, несет нам помидоры. Такие красивые, желтые. Говорит, вот вам помидорка. Красненькие, говорит, ешьте, да так много. Лариса, Костя, спасибо вам большое. Я говорю, Саша, вот мы раздаем тоже с дачи. Костя, привет. Лариса, привет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорю, Саша, мы вот раздавали раньше, да? Всех угощали. И кабачками, чем только не угощали. А все. Привет, привет, Сережа. Сереж. И сейчас все бумерангом. А у вас? Нормально, вертикально. И у нас также. Сосед вот. Все, говорит, нормально. Так что, а другие соседи. Спасибо, спасибо, Сережа, взаимно. Сосед.
А все остальные? Да. Как тебе сказать? Так и говори. Ой, аж камера затрясла. Веселый у нас сосед. А другие соседи угостили нас кабачком. Только что Виталий вышел из соседнего четвертого подъезда. Вывел собачку погулять, открывает багажник, говорит, вот вам кабачок. Просили передать. Кабачок. Спасибо большое. Мы кабачки любим, я запеканки делаю. Леночка, Виталий, вам спасибо. Да, это наши хорошие соседи. Вот что значит на скамеечке сидеть. Все нас видят, да. Угощают. Так что решили мы еще посидеть. Я говорю, может еще, Бог Троицы любит, может еще кто что-то. Может хлява еще проскочит. Это сегодня соседка вышла, Наташа, и говорит, вычитала про пенсионеров. Сколько категорий, какие категории бывают пенсионеров. Саня, если ты что запомни, расскажи. Знаете, к какой категории относимся мы? Вот с Татьяной. Кто сидит на скамеечке? К первой категории. Их называют разведчики. Вот Ляля, Ляля пришла. Это она кабачок. Это Ляля кабачок принесла. Спасибо тебе. Спасибо. Вон соседи наши хорошие все. У нас соседи все красивые. Это вот папа. Папа Лялькин нас угостил кабачком. Давай тогда на нас. Пришла Наташа, вот это ее... Это она вычитала. Ее анекдот. Сейчас расскажет нам. Мы ж пенсионеры тут. Первая категория. Первая категория, это которые сидят на лавочке. Называются разведчики. Это мы. Мы, да. Вторая, которая жалуется на всех. Там пишет доносы. Жалобы, да, доносы. Это народные мстители. Третья, это которым внуков привозят. Это называется заключенные. Заключенные. Вот. Четвертое, это которых пенсионеров увозят в дома престарелых. Называются пожизненно заключенные. И пятое, это кто работает. Называется деревья убирают стоя. О, как, сколько это видите. Где вычитал, в интернете? В интернете. Вот интернет. Так что, товарищи штирлицы, это мы. Да. Да, разведчики. Разведчики, так, ладно, хорошего понемножку. О, как хорошо, босиком, туфли в руки. Пришел к маме, дождь пошел. Смотрю, что тут открыли. О, новый зоомагазин. Был магазин сантехника. Здесь внизу продовольственный. Дальше вот кафе, люди сидят. Магазин «Тысяча мелочей». Сидят, балдеют. Так, я думаю, я его пережду. Что-то уже становится тучка светлее. Речки все развязались. Кто-то в беседке он стоит. Такой день. А он хлопец занимается. Здоровый образ жизни ведет. Снял футболку и бегает по лужам. Хорошо, летом дождик теплый. Дождик закончился, пришел к подъезду. Татьяне говорю, выходи, хватит дома, макароны варит. А тут уже возле подъезда, смотрите, что. Шунявка, маркиз. Маркиз, что поприходили-то, а? Что надо? Сейчас куплю вам что-нибудь, сливерки кусочек. Шунявка. Смешная такая. Шуйка. Не пугайся. Купи вот нектар морковный называется. По просьбе гражданки Новиковой Татьяны. Нектар морковный с мякотью. Ну а вам ливерка.
ребята.